Не очень много зеленого ты видишь, да? Но этот но есть небо, которое здесь как бы только на периферии, но оно участвует в этом зеленом. В силу своей даже вот этой сиреневизны, которую ты видишь, синит, сиреневит, дымчато. Поэтому начнешь с сиреневого, возьмешь жидкость, возьмешь белило, возьмешь синило и розовый. И этим цветом, который в воде отражается внятно именно этим, да, сиреневым, наберешь всю картину. Всю картину наберешь вот этим цветом. Весь вот. Да. Количество краски такое. Консистенция сметана. Количество краски такое, чтобы когда ты мастихином захочешь придавить, не сильно давить, а так слегка расштриховать. Есть что расштриховать. Хорошо? Хорошо. Давай так. Ты ушпатлевывала, а наша задача расштриховывать. В итоге у нас слишком много краски, которая нам абсолютно не нужна на холсте. Кто-то не подвинул там, а самой не пришло в голову полюбопытствовать, что там мешает или сколько лишней краски. Вот это все лишняя краска. Здесь еще мы ее оставим. Бож. Еще так все деликатно упаковала. То есть мера вещества такая, что когда мы хотим придавить, уложить, упаковать краску, нам есть что упаковать. Поскольку ты шпатлевала, то ты наупаковывала много вещества, лишнее вещество, которое я сбрил. Второй цвет, который у нас там активен, зеленый. Берем голубой, берем желтый, набираем штриховательно, не шпатлевательно. Штриховательно набираем вот эту рванину зелености. Вот оно. На краях деликатничаем, чтобы мочь еще потом доуточнить края. Вот такой штрих создаст эффект множества. Причем очень живописный по содержанию. Художественный по укладке. Вот такой вот. Нашвыряешь. В отражении то же самое. И тоже стараешься оставить место для того, чтобы потом еще то-сё. Накидаешь. Сначала как бы просто зеленый. Потом возьмешь голубой, коричневый. И у тебя появится чернявый цвет для мест, вот этих глубоких, тенистых мест. Как много внизу краски, ладно. Вот такой чернявый цвет. Частично вот эти темности будут вообще вот такими. Вот такими. Пустыми, глухими. На их глухоту придет тряпочная укладка. Ты возьмешь тряпочку розочкой. Возьмешь разбел зеленого. То есть голубой-желтый в разбеле. И вот на эту глухоту будешь укладывать множество зелени. То есть теневые любят быть глухими, поэтому они чуть-чуть останутся глухими, а на них придет это. Еще светлее, еще желтей. Придет следующий слой высветленностей. Прикольно? Смотри, какое множество и как легко дается. Но не только макаешь, а и чуть-чуть подчеркиваешь. Чирк в сторону, чуть с чирком. Хорошо? Вот такое. Нашвыряешь всю эту зелень над водой. Под водой. Вернее, в воде,
у тебя появится идея вертикали. Вот таких вертикали. Да. Вот такой вертикаль, вот такая вертикаль. Насадишь ее. И вот такой глянец, сотворишь глянец в воде. Ты видишь, как резко отличается то, что над водой, от того, что в воде. Потом уже к этому начнут появляться вот такие проявления. Прикольно? Вот такие. То есть чуть-чуть подбросила, ты видишь, разнообразно подбрасываю и утоптала. Вот, можно чуть деликатнее, чуть внимательнее. Архитектура. Когда ты этой зеленью позашвыряешь все, ты добудешь оттуда вот такими вырезаниями вот эту архитектуру. Логично? А потом уже ее будешь собирать кирпичики. Вот такие кирпичики. Вот такие. Вот они. Вот они. Кирпичики. Такого, таким цветом, да? Да. Когда у тебя появится белило, ты потом еще и вот эти вещи сможешь положить по макушечке. Угу. Вот. То же самое вырежешь, но сначала зелень. Давай так. Здесь пыталась сделать, просто не получилось. Еще раз все вытирать. Угу. Ничего не получилось. Дека. Угу. Так, ну-ка покажи, как не получалось. Так, смотри теперь, как я. Смотри, я не в разные стороны. Смотри, какой ритм. Везде определенный ритм. Не в разные стороны, достаточно плотно, поскольку дальнее пятно смотрится только как силуэт. Есть такое? Плотно, с деликатными краями и почти однородно, но есть общее направление укладки, да? Смотри, все направление смотрит туда. То же самое с соседом. Не разнотональные вещи, а почти как фанерная декорация. Смотри, прямо декорация. И тоже с единым ритмом. Оно сразу село на задник. Оно стало сразу задником. Вдали село. Формировалось. Чуть темнее внизу, чуть темнее внизу, плотно, плотно, не так прозрачно, как у тебя, плотно, синевой внизу, особенно для того нужна синева, чтобы отделить желтые светлые макушки от дальника. Макушечки у нас светлые, вот они пришли. И внятно загородили дальничек. Доразмешанная краска, доразмешанная
Вот у тебя недоразмешанная, смотри, а у меня доразмешанная. Достаточно плотно и силуэтно, с единым ритмом укладки. Нормалек, да? Значит, здесь все это осуществить. Ну, здесь надо же было бы доделать. Вот эти кустики. Вот это вертикаль внятная. Смотри, отсюда пальцем погнала. Погнала. И у нас более естественное окончание, да? Угу. То есть и нахлобучка краски, которая произошла, угу, ушла, растоптана. Снова здесь сделаешь эти ударчики. И хоть что-то мне предъявишь, чтобы я мог видеть, что не так. Так. Архитектурка. Будешь брать. Да. А почему у вас белесы здесь, а у меня вот тут зелени больше? Давай смотреть. Что ты сделала не так? Вот я вытер. Вот я поставил на ребро чуть-чуть. И, во-первых, не тороплюсь. Смотрю, что складывается. Вижу, что погнал, как и ты, да? Угу. Вижу, что перестала быть струей. Отогнал. Смотрю, куда еще вонзить. Смотрю, чтобы там количество краски не препятствовало. То есть на маленьком кусочке все до распробы, не сломя голову, не вот так. А деликатненько. Это я делаю быстро, потому что... А ты сначала медленно сделай. Архитектурку будешь брать розовости, желтости и сначала штрихом загонишь некую рыжесть пятен одного, второго, третьего. Вот эту архитектуру прямо в зелень загонишь. И уже потом будут на это приходить мазочки шпатлевательные, окошечки будут приходить шпатлевательный сверху на то, что ты перемелешь. В отражении тоже они же чуть смуглее. Все тоже, только чуть цветнее и смуглее. И тоже потом превратим это вот в такое. Хорошо? Давай. Кончиком вот такие штучки. Не надо кончиком. Плашмя. Каменную кладку, камни, камни. Если что, потом отчикала. Угу. Камушки, вот такие, вот такие. Потом взяла мазочечек. Другого тональности, другого цвета и заградила. Хорошо? Нормалечечек. Освоилась, прямо освоилась. Молодец. Так. Крыша одна. Крыша другая. Крыши следующие.
сиреневатость немножко цвета подкладываю. На крыше нарочитое движение по скату. Там где-то башеночка. Еще одно здание. Свет тень, теневая часть. Световая. Есть там разница, да? Угу. То есть аж вот такая разница. И сиреневые, сиреневые, голубой, розовый, сиреневые, тенистости. Ступенчатости. Есть такое, да? Плоскости освещенные, плоскости в тени, плюс отражение, которые чуть смуглее, чем то, что над водой. Плюс это все перебито. Плюс это все перебито, да? Здесь тоже вместе с отражением. Есть такое, да? Посмуглее здесь внизу. Фиолетовости мигают среди оранжевости. Смотря сколько у нас времени с одной стороны, с другой стороны, смотря насколько мы способны вырисовывать, потому что вырисовывать можно, если умеешь. Обычно именно вырисовывать новичок вообще не умеет. Поэтому поменьше вырисовывать, побольше игрушечки приблизительности, потому что они хоть как-то выручают.
Ты видишь, вот такое чиркательное, моделировательное. Угу. Да? И потом отражение. Чем больше мы заслоним архитектуры, тем меньше нам придется вырисовывать. Но немножко ты все-таки покалякаешь. Вот особенно вот такие проявления. Вот такие проявления. Раз окошко, два окошка. Ну, у тебя там не все красочки уже остались, потом поддавишь себе. Раз окошечко, два. Раз и теневую насадила, пообвела. 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 Хорошо? Угу. Давай так. Хорошо.